Турнир памяти Геннадия Носовича собрал команды Уссурийска и Владивостока. В 25-й раз в нашем городе чтут память великого тренера, который не просто любил волейбол и был хорошим педагогом. Геннадий Носович создал лучшую женскую команду в крае, на Дальнем Востоке. И даже на всесоюзном уровне уссурийские студентки выходили в призы. Первое знакомство с ним у меня состоялось в 1981 году, когда я приехал сюда, в Уссурийск, и поступил в Приморский сельхозинститут. Тогда он присмотрел мальчишку, у которого чуть-чуть получалось играть в волейбол. Почти индивидуально мы с ним занимались. Вот он по вечерам приезжал, мы стояли, отрабатывали верхнюю передачу, нижнюю передачу. Своего любимого тренера помнят не только ректор, но и воспитанницы Геннадия Носовича. Кто-то продолжает его дело. В команде «желтых» выступает Лариса Лебедева. Вместе на поле дочери, на трибуне внучок. Тренирует детей в ДЮСШ Лариса Шакун. Много лет занималась со студентами Наталья Голяк. И даже в качестве болельщиц матчами любуются бывшие подопечные Геннадия Носовича. Мне кажется, конечно, становится техничней, конечно, становится интересней. Конечно, физически даже девочки все подобраны, очень высокие, что позволяет им и в блоке участвовать, и удары хорошие проводить. Мне кажется, волейбол улучшается. За Уссурийск выступали две команды. Более опытные волейболистки, они сейчас на поле в желтой форме, и студентки. Первый состав Уссурийска в стартовом матче сразился с Владивостокским ДВФУ. Игра сложилась красивая и равная. Очки на табло шли впритык. Каждый мяч выигрывался страстно и был решающим. Мы очень позитивно настроены на игру, потому что эта команда очень... Нам нравятся все игроки. Они очень все любят волейбол, у них большой энтузиазм играть. И нам нравится вот с ними играть, потому что мы какой-то опыт перебираем у них. Душевно с ними играть. В итоге синие отвоевали победу, а в общем зачете стали вторыми. Первое место заняла команда Морского государственного университета имени Невельского. Старший состав Уссурийска на третьем месте. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс.